продается машина Mitsubishi Charisma 2002 года. Один и шесть литра, 16-клапана. Сто 80 тысяч километров пробега у машины. Летняя резина. Цвет серебристый металлик. В машине есть передние стеклоподъемники, две подушки безопасности. Коробка механика, пятиступка, да? Вот так она выглядит в салоне. Сигнализация, фары обычные, тонированные. Салон самый простой, обивка, я имею в виду. Синего цвета. У машины была битая морда, машина полностью по кузову переделывалась. Стоимость автомобиля 8500 долларов. Машина в хорошем состоянии.